предыдущей серии арк. Хочешь? Тут пацан. О. Бегу за ним в этой серии. Я накинул его волос. Сейчас проверю чудо-дубину новую. Давай, да, подготовить. Насмотрелись каких-то Диего, Бобби Шоу. Она летит за нами, летит. Трога летит за нами. Я ему говорю, не трогай эту дерьмо. Оптер, смотри, слева, можно забрать. Какой? Какой-то. Я ему другого заберем, но этот птер не даст ничего. Затомить. Не, даст все. Летит, летит. Кто? Хрень это летит. Вот почему разрабы такие конченые оставили их? Ни по ПВПшце, ничего. Она не отпускает, она очень... О, отвалила все. Все, погнали с Птером сражаться. Ты трайку по шее не дала. Я тебя предупредил? Я сказал, что так будет? Нет, ты мне скажешь. Я тебе сказал, что так будет? Сказал. Ты мне что ответил? Успокойся. Ты сказал? Нет. Он улетел на Птере. Поехали дальше. Не-не, пойдем вперед, побежали. Побежали туда. Нет, идем на болос. У тебя еще ни одного болоса нет? А это уже чел на Аргенте. А нет, показалось. Нет, ты тебе чел. Тера надо глянуть какого-нибудь. Ля, говно кошка это опять. Кошка за тобой бежит, и за мной. Блин, мне вот эта дичь стреляет. Бесит до невозможности. Тебе ее ничем не убить. Турель надо сделать, турели. Турель будет их разбирать просто на запчасти. Пусть улетит. Крылышками своими мелкими прибирает. Во лохи. Опа, парашютист какой-то здесь. Визу. Прыгнул сверху, да. Лови козла. Поймал на болос. Факел оно. Все, трындец. Какой-то дед. Ой, как горит ярко. Умер? Нет. Слушай, хороший мне удар еще показывает. А теперь да. Третий. 1, 2, 3, рейдера убил Санова. А почему он так долго жил? 45 наркострел. Труба. Спасибо. Иди трубу забирай, Вадя, быстренько. Ни хрена у меня наркострел. Возьми 22 хотя бы, вот бросил тебе. Вот и няня. Рейдер на птере, Вадя. Вот самого плоха, как всегда. Парашют, надеюсь, есть у тебя? Хорош. Он летит за мной, летит. Нет, наверное. Нет, он убегает. Вадя, а красава, уважаю, что у Вадима есть парашют, ребят. Уважаю. Я последний был. Бери трубу и вали. Где? Вот, вот это возьми, вот это. Стрелы. Смотри, чтобы он меня не схватил. Забрал. Все, уходи, летит, уходи. В воду иди. Я сам с ним сражусь. Тут это хрень, воду пор... прыгай! Вот дурак. Вот ездит впереди. Надо бы валить, наверное, отсюда. Садись за руль плота. Сел. Садись быстрее. За ним, смотри, за ним две штуки полетело целых. За плотом? Нет, за пацаном, за этим, на птере. Вот впереди, на Карна уезжает. Пусть уезжает. Я хочу этого птера слить. Вон он летит. Да, вижу. Хватать хочет тебя. Да это невозможно. Вон дурак, он реально дурак. Fight like a man, Bob! Все, я повернулся спиной. Типа я его не вижу. Это цирк, посмотри. Давай, как всегда, моя тактика. Видишь, я спиной стою. Да, ну смотри, что тебе это говнище не прилетело. Не, оно летит куда-то строго. Оно меня шатать летит. Все, отплывай. Отплывай. Там горит что-то, она прям такие заряды сует. Что это такое, а? Разработчики наворотили говна. Блин, слышу этот вертолет вонючий. Они везде здесь, понимаешь? Везде. Ну, сделали бы хотя бы предками, да? Ну. Все, начала меня стрелять, пришла. Иди на плот, подъезжай. Бросай этого птера говняного. Ну ты понимаешь, что вот портит игровой момент ПВП, вот эти ублюдки. Никакого кайфа, просто никакого. Смотри, начинают. Разрабы мрази. Я ролик запишу, все, уплывай. Разрабы просто мрази, я такой ролик на них напишу, негативный.
агрессивный. Транс... Бесалые. Трансгендеры. Негативные. Я их конченые. Терпеть не могу. Конченые. Да, да. Такой ролик на них напишу. А наш проект Arkayon в Ark Survival Evolved с крутыми модами и хорошей оптимизацией именно для вас. Поддержку игроков, которые бойкотируют продажи сраной игры в виде Ark No Optimization Evolved а-ля Ascended. Вся необходимая информация о Discord и IP есть в описании. Есть и PvP-карты, PvE, поэтому заходите и играйте. За плот уехал. Хорошенький, деревянный? Да, раздроченный, раздротка уехал. А деревянный нет? Каменная. Каменная плохо. Идем, мы сейчас его найдем, если он там. Я думаю, это его друг, скорее всего, он хотел его забрать. Че его забирать на птере? Ну да, забрать. Какой он ссыкун на этом птере? Ой, бля, а если бы ты был на птере, ты бы его поймал бы уже давно. Да я пешком его могу раздолбать, почему он боится, трус? У меня даже кнута нет. У меня, наверное, в первую очередь везде, не хреста. А где, куда поехал этот плод? Ты знаешь, как он выглядит, поэтому высматривай его. Вон он, наверное, да? Да, это он. Смотри, ездит. Сейчас будем въезжать в него, подожди. Лови водителя, сразу убивай. Все, иду на перерез. Ой, это ты. Въехал, догоняй его. Давай, едь за ним строго. Еду. Давай, строго. Есть. А он у нас он? На крыше он у нас. А как он к нам залетел? Не знаю. А ну дай-ка ему. Он в кожанке. Прям на меня волос накинул. Ля-ля. Он застрял. Все. Все, он уснул, он... Вадя. Уснул. Залезай на крышу, шатай. Лезь на крышу, шатай его там. Что ты киркой бьет? Все. Что у него? Ого! Вот это утец! Туалет на большерогого оленя! Надо. Волосы забирай, Вадя, будут твои. Волосы я забираю, да. Забирай все, оставляй в шкаф в грузе. Все, пошел за руль. Печь какая-то. А у него есть что на плоте? Нету, ничего больше нет. Бля, как вот теперь выезжать? Как? Обычно. Паразавр вообще в жопе там. Давай поломаем ему плот. У нас не поломаешь. Как это поломать? До смерти будешь ломать. Успокойся. А тебя увидел сразу, давай. Валить отсюда. Лучше, смотри, фиолетовый наверху. Когда меня кто-то видит, они всегда валят, как шальные. Лучше сзади наш. Хорошо, нет. Но это им не помогает. Да-да, они бегут сразу. Луч, в принципе, можно. Он выглядит сладким. А может быть винтовка? Кто сказал? Так у нас винтовка и так есть. Я имею в виду, ну что-то может интересное быть. Ладно, схожу сейчас. Ну как, сейчас пойдешь? Да. Тут напрямик просто. Для борчерогого оленя седло у нас есть, ты представляешь, какая хорошая новость. Я въеду с другой стороны. Давай. Ты видишь, постоянно дождь идет. Даже жесткое ПВП не показать ему. Я бы на рога эту жабу насадил бы. Я знаю, что хочу, чтобы мы притомили? Большерогих оленей. Это вот дальше проедем, в лес. А зачем нам они нужны, знаешь? Не знаю, насаживать. Насаживать мы будем по острову сказать. Давай за ними смотаемся, ПВП на них устроим. Вот пещера застроена. Кого-то вынесли из пещеры, прикинь. Да. Все черное, раздроченное. Как ты относишься к такому, чтобы мы оленей притомили? Притомим. Спускайся с другой стороны, обходи только. Только. Я слышу крылья опять. Даже здесь-то говно летает. Знаешь, я тебе скажу такую тайну открою. В курсе, что она не дерется с нейтральной живкой? Ну понятно, она дерется только... И ее не трогает живка. Только кого драть надо, она идет. Людей, да? О-о-о! А ну-ка забери луч фиолетовый слева. Давай. На берегу. Ого. Седло на артроплевру, 75 металла, 9 патронов на дробовик. Богатый. Секвойный лес видишь на карте? Да вижу, ты бы Пьера вот притомил, кто фиолетовый ходит. Не хочешь? 145-й. Кер? Да. Ну-ка. А кто там бьет нас? Да уведу сейчас аргента. Все, ты слез. Давай аргент тоже уложим. Ну, уложи. Он к плоту привязал.
20-й аргент, нахрен такой нужен. Там вообще 5-й ходит по берегу. Все, я увожу этого аргента. Шел похит. Там уже чел бегает с болосом. Капразуха, свистни туда. 20-й аргент, давай 20-го уложу хотя бы. Он сейчас драть твоего птера будет. Аргент? Да, сел рядом. Не-не. Сел рядом. Он просто сел. Аргенты не дерут птеров лежащих. Ложи его, козла. Ох ты, ну козла капа. Грузового сделаем. Какого грузового? Лук будешь тягать на нем. Да, на 20-м. Королевский лут тягать надо. Люда, блин. Надеюсь, сейчас никого здесь не будет и все успешно пройдет по утомлению. Не знаю, мне кажется, надо детенышей пошатать. Где? Я их не вижу здесь. Я вижу, вон детеныш летает. Ага, ты здесь слишком близко к чужому фундаменту тебе или воротам. Тебе строго летит тебе. Как достали они. Разрабы мудни. Я официально заявляю, что они мрази и мудни. Ну серьезно уже как-то. Все праздники прошли. Мразь не отвязывается. Сколько их здесь, их просто тучи. И что самое интересное, она потом летит к берегу, ты понимаешь? Что она делает? К берегу летит, что она делает? Хоть бы мегалодон убил, мразь. Она опять привязала. Его никогда не отвезти. Слушай, я настреливаю только... прямо аргент этого 105-го. И только нахуй послать. Я же говорю, у меня не выйдет в маты. Плохо. Потому что бомжам жизни нет. Из-за этой хрени. Да и, в принципе, в крупном трайбе она тоже подгадит, блин. Это название. Чё сразу крупную? Опять это название, да. Чё сразу крупный трайб, если она просто говно они придумали? Это пьяная фантазия. Они шизофреники. Миллионы здесь, просто миллионы. Это выдумки старого маразматика, деда. Деда-разработчика какого-то. Кошмар старого деда, блин, вот эта хрень. У них тоже геи, деды. Мразь, он реально. Мразь, да. Мне невозможно избавиться. Я не натыкал аргенту, представляешь? Ну, все-таки за птером. Гиена теперь меня дерет. Дерет и ржет, представляешь? А куда аргент улетел? Он уснул? Да, он уснул. Ну все, тут эта мразь. Две уже их тут здесь. И две дерут, прикинь. Да. Я прикидываю. Потихоньку их уводить. Подальше. А там желтая, синяя, красная уже, как бы светофор. Зеленая. Сейчас их здесь будет целое стадо. Бля, гиены угорают, прикинь. Я сейчас знаешь, что я сделал? Я в нее потом сейчас въеду. Не надо, она может забогаться внутрь. Ну что, у меня выбора нет другого. Саная гиена, пошла отсюда. Вообще пусть дерет уже трайка. Все, три уже дерут. Нет, трайка. Вадя, улетай! Ты видишь? Да, уплывай! Дай их отведу хотя бы подальше. Там четыре. Где четвертая? Она сзади в очереди. Последняя в списке на ушатывание. Приду. Пусть по берегу. Там их четыре было.
Слышь, мне объезжать их придется. Глоху. Девчат за тобой, прям втроем. Четвертая отстала. В небеса ушла. Трюк такой давать. Они прям строго за тобой, строжайшие. Мы вроде за оленями шли. Страдаем мудотой опять. Не, ну птер нужен. Пусть будет. Жука летная нужна в любом случае. Ты можешь на птере полететь, пока я плыву. Давай, птер станет через 100 лет. На птере полететь. Клон Аргентов. Мрази, блин. Ну, фиолетовый. Ой, там опять их куча. Там... Я уже синий возьму уже, для какая-то, для коллекции, чтобы было нормально. Там реально вся коллекция. Сколько их тут? 4. Я их отведу хоть на следующий остров. А боссы и разработчики, мрази. Синяя отагрелась, надо, чтобы приагрелась. Смотри, смотри, синяя реально, таких я не видел еще. У меня внутри одна сидит. Внутри плота? Да. У тебя прям там? Да, сидит, но не стреляет. Если начал стрелять, ты умрешь. А ты их уводи, все. Я погнал, вот уводи их. Клонов. Уводи, уводи их. Увожу. Они за тобой погнали все. Их... Уводи их. Их столько там. Уводи их, я их всех собрал. Смотри, сколько их. Блин, Вадя, давай отстрелить их попробуй, ублюдков. Посмотрим, нет, сколько урона нет. Надо. Отстрелю им попочки. Вот с коричневой начну. Птеру не забывай. Бля, она получила и убежала, смотри. Как же мрази надоели, а? Надо уходить, все, томить жук и уходить. Забирать, вон, уже... Так, сейчас птер будет уже. Сядешь на птера хоть. А паразавра хватает, интересно, аргент? Хватает, да. По-моему. Или нет? Наверное, нет. Не хватает. Хватает, ляка, ты ни хрена себе. Сейчас без страйка останется. Он уже краснющий. Вадя, бляха, ты куда сбросила его? Бля, они дерут сразу. Аргент без стамины. Усыпили аргента! Нет, он нормальный. Не связывайся с ними, идиот. Они парика забивают. И в меня стреляют, ломают жизнь. И звонит еще. Еще кто-то звонит, давай еще. Поломаем ему жизнь. Типа бомбануло вообще. Вадя, улетай, уплывай, уплывай срочно. Они убили паразавра, жук любви. Уплывай, пожалуйста, храни трайка, я тебя прошу. Какая же п***тутка. Вадя, Вадя, трайка убьют. Ему нельзя умирать, это наш убийца всего. Убийца нищей жизни это. Иди седло на птера возьми, я тебя подвезу, или сядешь на птера. Может, на нем и убьешь. Паскудники. Плыви, плыви! Я иду на таран фиолетовый. Сейчас будет в хате. Не надо. О, зажал ее. Вижу, вижу. Хорош, держи его. Держи ее так. Не дергай. Вадя! Все, хана. В хате? Да, в хате. Выводи, выводи на улицу, увожу. Выходи на улицу, немедленно. Вадя, выводи ее. Вышла, вышла. Заходи. Заходи, закрывай дверь. Вадя, заходи, улетаем. Плыви, плыви отсюда. Беру, беру страйка, все. Уплывай, уплывай. Вадя, это наш пропуск в богатую жизнь, трайк. Все, ему манда. Вадя, уплывай! Я ливаю, Вадя, все, я ливаю. Не, нет, я, мне не нужен этот птер, все, я против. Все. Плыви, уплывут за нами, слышишь? Не хочу. Посмотри направо. Даже знать не хочу, все. Посмотри! Нет. Открой задние двери.